Томичи пошли дальше, они начали собирать подписи за отставку чиновников городской администрации, причина — те же снежные завалы. С начала этого года там выпало осадков почти в два раза больше, чем с начала зимы. Если дороги худо-бедно чистят, то пешеходам приходится особенно тяжело. Такое отношение неравнодушные жители посчитали халатным и разместили онлайн-петицию. За 6 дней отставку поддержали 10 тысяч томичей. А новосибирцы сразу написали президенту. В сети даже запустили своеобразный флешмоб. Горожане фотографируют или снимают сугробы на видео и выкладывают материалы в сеть с хэштегом «Снежный фронт». На движение уже отреагировал другой фронт, общероссийский, чьи представители собираются пригласить чиновников на встречу.